Город Самара. Перекресток. Это улица Красноармейская идет. И, по-моему, вот эта улица называется Братьев Коростылевых. Это район при вокзале. Тем не менее, какие интересные тут здания. Это, наверное, советское здание там, потому что наверху символика такая. Рабочая колхозница, да? А тут вот то ли школа, что-то такое. Красноармейская, 93А. Снега много в этом году. Какой-то памятник там. Ну, ворона черная сидит на дереве. Вон там фонарик такой стильный. Пойдемте немножко по этой улочке. Маркировку пока не вижу, но там было написано 34-й дом. А там был указатель, что улица Братьев Коростылевых. Кто они такие, я не знаю. Слепнины стильные. А вот это что такое? Улица Арцыбушевская. Угу. Понятно. Так, как тут? Надо как-то спуститься. Удалось спуститься, не упав. Улица Арцыбушевская. Так. Ну, этот дом советский. И тот, наверное, тоже. Может, такие постарше этот дом. Ну что, он позвонит, он говорит, деньги вам вернут. Вот я вам перезвоню. Да, там, наверное, то ли строительство идет, то ли реставрация. Двор такой. Так, достаточно скользко. Ну, вот тут дома такие. Деревянный. Ну, скорее всего, наверное, вот здесь был какой-нибудь деревянный дом. Его вот перестраивают. Это не снесли. На месте него строят новый дом. Это, наверное, завершу этот.